Экспедиция Land Rover Шнёменом и Бугом задумывалась организаторами в первую очередь для создания путеводителя по белорусским краям. Команда «Автопанорама» отправилась туда в первую очередь для того, чтобы испытать автомобили в экстремальных режимах. Приключения, сразу скажем, были по-настоящему взрослые. Из Минска выехали 4 авто – Defender, 2 Freelander и новый Discovery. В первый день команда отчаянных путешественников совершила марш-бросок из Минска в Гродно. Нашему Ивану Дроздову быстро надоело сидеть на заднем сиденье и скучать, поэтому он вырвался на место водителя Discovery. Стоит отметить, что на дороге, как казалось позже и на бездорожье, это комфортный лайнер. Комфортен до неприличия, на прямой трассе, в жестких поворотах и даже при резких ускорениях. Добравшись до Гродно, мы совершили небольшую экскурсию по историческим местам одного из древнейших городов Беларуси. В Гродно экспедицию поджидал десерт – 2 Range Rover Sport с 3,5-литровыми моторами. На второй день Иван Дроздов решил переместиться за руль кроссовера Freelander. Вердикт нашего тест-пилота – для таких экспедиций лучшего автомобиля не придумаешь. Он очень информативен. У него получаешь то, что и ожидаешь. Меняемая динамика, четкие реакции на любые действия водителя и весьма ожидаемая информативность. Даже базовых навыков вождения по бездорожью вполне достаточно для преодоления весьма глубокой колеи и буераков. В программе путешествия было множество невероятно интересных достопримечательностей Беларуси. Костел Девы Марии в Большой Берестовице, известняковые дороги до меловых карьеров в Красносельске, уникальная деревянная усадьба Бутовых-Анжейковичей в Порзово. Третий день начался с велосипедной прогулки по Беловежской пуще. Взяв в каменниках велосипеды, экспедиция отправилась рассматривать древнейшие леса на земле. Ливень никого не испугал, хотя все втайне жаждали оказаться в теплых салонах авто. Хотя, пожалуй, это не касается Дефа. Вот как раз в Дефендере будет всегда сурово и всегда понятно. Ехать по бездорожью – его стезя. Деф не для всех, он для тех, кто знает зачем, а главное – умеет. Если сравнивать этот автомобиль с чем-то не из мира авто, то Defender, как сказала бы «Автопанорама», настоящий чугунный утюг, который стапливается углями. Помните, были такие у наших бабушек? Такой же надежный, такой же простой, такой же на первый взгляд неудобный, но лучше него с задачей проутюжить ближайшее болото не справится ничто и никто. Для Ивана еще оставался неизведанным 510-сильный черный 5-литровый Range Rover Sport. Мягкие внедорожные подвески в дорожном режиме, большая масса и габариты вкупе с не очень-то широкими улочками – это термояд, впрыскиваемый внутривенно. Нельзя просто так взять и нажать на педаль газа. Нет, нельзя. Дело даже не в цифрах мощности на бумаге, даже не в том, что до сотни с места этот автомобиль пуляет всего за 5,3 секунды. Все дело в том, что этот авто одаривает эмоциями. Нет, не дарит, а одаривает как царь, не приемля никаких отказов. Перед последней ключевой точкой нашего маршрута, деревней Домачево, началось настоящее вседорожье. Началось оно с песчаных дюн, ловушек и приятного брода, который хоть и был по зубам фриландеру, но все же представлял определенную опасность. Пара потерянных номеров, мокрый воздушный фильтр в одной из машин – вот что дало время поэкспериментировать и задуматься. Да, таким были автомобили экспедиции Межнёменом и Бугом. Было еще множество исторических и культурных объектов, на которые обязательно стоит взглянуть в путеводители, создаваемым в рамках проекта «Land Rover открывает Беларусь». Что же, экспедиционный хлеб был ни черен, ни бел, зато в нем нашлось много изюминок и одна черная, 510-сильная изюмище. Ну а по итогу «Автопанорама» скажет: Freelander – для лайфстайла и путешествий, Discovery – для комфорта и семьи, Defender – для мужиков в грязевых лужах и исследователей, Range Rover Sport – для города и бизнеса, ну а Range Rover Sport с 5-литровой восьмеркой – он просто нет слов, он фееричен. Фото и видеоотчет экспедиции смотрите на сайте программы ap.by.